кукурузы, растительное масло, соль и сахар по вкусу. 4 минуты и попкорн готов. Такой способ приготовления кукурузы индейцы открыли еще 4000 лет назад, заметив, что часть зерен взрываются на раскаленном песке. Для изготовления попкорна используется только специальный сорт кукурузы, а именно взрывающийся. Кстати, попкорн поспособствовал и изобретению микроволновых печей. При воздействии на сырые зерна микроволнового излучения в 1945 году Спенсер увидел, что они взрываются, как и от обычного нагревания на огне. И впоследствии он запатентовал новую технологию. В России попкорн долго не приживался. Первый попкорн-аппарат в Россию завезли американцы еще в 1943 году, но до 90-х им почти не пользовались. Дело в том, что интерес к попкорну появился только с развитием сетевых кинотеатров. Зато сегодня популярность попкорна бьет все рекорды. Для многих людей он необходимое условие для удачного похода в кино. Почти в каждом кинотеатре имеется стойка для продажи попкорна. 2000 порций в день – объем продаж среднего российского мультиплекса.